Прошу садиться. Заседание судебной коллегии по уголовным делам объявляется открытым. Подлежит судебному разбирательству дело по обвинению. Эта справка была составлена работниками Ленинградского уголовного розыска, когда преступник еще не был задержан и изобличен. Она была первым документом в материалах, которые были представлены начальнику управления уголовного розыска и не предназначалась для публичного чтения. В период с 1977 года по настоящее время в городе Ленинграде неизвестным преступником совершено 6 краж, похищено денег на общую сумму 26 тысяч рублей. Есть основания полагать, что все преступления совершены одним и тем же человеком. Что объединяет кражи? Берут только деньги и всегда крупные суммы. Всегда берут, так сказать, чисто, без взлома и отжима замков. Ни в одном из случаев уголовному розыску не удалось напасть на след преступника или получить хотя бы приблизительные его приметы. Обнаружение и изобличение такого человека связано с большими трудностями и риском, так как есть основания предполагать, что в случае опасности разоблачения преступник может пойти на убийство. 12 марта в «Известиях» была опубликована заметка о розыске инюрколлегии некоего Балясина Владимира Ивановича. Установлено, что в редакцию газеты звонил мужчина и интересовался адресом Балясина, объяснял, что приходится дальним родственникам и хочет его поздравить с получением наследства. Считаем целесообразным ввести в окружение Балясина сотрудника розыска, так как не исключена возможность, что разыскиваемый нами преступник попытается похитить полученные Балясиным деньги. Слушаю вас. Зачем пожаловали? Устал. Устал, Владимир Иванович. Отдохнуть решил. И вдруг вспомнил про ваш пансионат. Дай, думаю, махну на недельку. Не выгонишь же, Владимир Иванович. Что вам нужно? Ну, если честно, то просто приехал вас поздравить. С чем? Как это с чем? Поздравляю. Искренне рад, честное слово рад. Как прочитал в «Известиях», что инюрколлегия ищет Балясина Владимира Ивановича, так сразу решил, надо его поздравить. Узнал, где вы работаете, конечно, подумал, что заодно не худо бы и отдохнуть недельку. Это от кого ж вы наследство получили? От дяди, по материнской линии. И много денег? Это на мое поздравление. Да шучу. 12 тысяч. Ого. А ведь можно было бы и накопить. Лет за 10. А если не пить, не есть. Красивые часы. Немецкая, что ли, работа? Ну, ладно. Ясно. Но все равно я недельку отдохну. Тем более и пансионат-то ваш называется «Отдых». Воля ваша. Места есть? Начальство в отпуске. Найдем. И запомните, Владимир Иванович, я вас не видел,
И вы меня не видели. А я не отдам. Деньги не отдам. Нету денег. Потерял. Потерял и все. Скажите, пожалуйста, не могли бы дать вот эти этажи? Граждане, граждане, я прошу вас, пожалуйста, пойдите. Я постараюсь выполнить все ваши просьбы, только ради Бога. Добрый вечер. Утром была каша, опять каша. Спасибо. Благодарю вас.
поскольку судьба свела нас за одним столом, давайте знакомиться. Миронов Сергей Иванович Миронов. Очень приятно, Марина. Просто Марина? Просто Марина. А это Валентин Петрович Семин. Очень приятно. Мне также. Хорошо, что вы отдыхаете вместе. А вот моя супруга нынче не смогла. Мы вовсе не супруги, мы только утром познакомились. Извините. О! Шестая симфония Чайковского. Ленинградский оркестр под управлением Моровинского. Скажите, пожалуйста. А вы слышали в их исполнении седьмую Шостаковича? Вы музыкант? Нет, я актер. Точнее, киноактер. О. Скажите, пожалуйста. А вы в каких фильмах снимались, уважаемый Сергей Иванович? В кинематографе, уважаемый Валентин Петрович. Валентин Петрович. Работать довольно сложно. Дело в том, что я актер характерный. Ну, не герой, одним словом. Но, с другой стороны, не Тумбовкин. Простите, а к Андрею Миронову? Никакого отношения. Даже не одна фамилия. Сестренка! Сестренка, можно я буду сидеть вот за тем столиком у окошка? Можно? Можно. Ой, ой, это что такое? И, между прочим, холодный боржом моя слабость. Вперед. Здравствуйте. Доброе утро. Добрый вечер. Вернее, добрый вечер. Как быстро летит время. Извините, извините. Что такое? Извините. Простите, что не настоящая, нелетная погода, самолет из Ниццы задерживается. Профессионаты по ногтику. Артисты, фокусники. Бред, но интересно. Как это там? Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, Аида. А, да, совсем забыл. Позвольте представиться. Михаил Алексеевич Зотов. Валентин Петрович Семин. Очень приятно. Сергей Иванович Миронов. И Марина. Очень приятно. Я ваш сосед. А вы что, тоже артист? Я в некотором роде. Но если вас интересует, то я врач. Скажите, пожалуйста. А я так думала, ехать мне сюда или не ехать. Думала, пансионат, грязь, скучные, унылые люди. А здесь у нас вроде весело. Больше всего боялся, что не будет горячей воды. Слава Богу, горячая вода тоже есть. Дорогой, мы просили напомнить, вам сейчас будут звонить. Да, благодарю вас, Марина Сергеевна. Я прошу извинить. На, одну минуточку. Симпатичный мужчина, правда? Он вам нравится? Так уж прямо сразу же и нравится. А кто он? Мне не нравится работать в каком-то управлении или главке. Кем? Говорит швейцаром. Понятно. Что понятно? Что ничего не понятно. В общем-то, какая разница? А вы? Вы тоже ленинградка? Как вам сказать? Вообще-то родилась в Ленинграде, я сейчас живу в Петрозаводске. А, понятно. Что понятно? Что ничего не понятно. А что вы собираетесь делать нынче вечером? Кино? Я еще не знаю. Пойдемте решим вместе с Валентином Петровичем. Пошли. Благодарю, благодарю вас. Я с одного раза запоминаю дорогу и больше вас не побеспокою.
Мы еще на что-то жалуемся. Ой. Что я прошла, Алтыка? Свои туфли от чужих. Того же фасона и размера. А это что, тоже какой-нибудь фокус? Когда был очередной заезд отдыхающих? Гражданин Балясин, вы поняли мой вопрос? 3 дня назад. Так, 3 дня назад. И никаких улик, никаких следов. Замок не поврежден. Все вещи на своих местах. Как будто и не было никого в комнате посторонних. Никаких улик, никаких следов. Деньги ваши лежали в ящике с мылом? Что? Ящик вы передвинули недавно, вот след остался. Ведро с мусором всегда стояло вот здесь. А потом вы его поставили на ящик. Преступник опытный и увидел это все так же, как и я. И что же теперь? Теперь-то что же? Сколько ключей имеете? 2. Так, 2. Оба на месте? Вот один, там второй. А почему 2? На всякий случай. Владимир Иванович, пойдемте. Мне надо вызвать оперативную группу на место происшествия. Добрый день, Марина Сергеевна. Добрый день. Михаил Алексеевич. О, если женщина не помнит имени, дела мои плохи. А хотите, я отгадаю, о чем вы сейчас думаете? Ему лет около 40, чуть выше среднего роста. Широкие плечи, высокий лоб. Сейчас он в серой кепке. Я шатен и причесываюсь на пробор, да. Я думала, вы всего-навсего фокусник, а вы еще и волшебник. Ну, фокусы – это мое хобби. А по профессии я врач-психиатр. Только умоляю, не говорите никому об этом пансионате. Почему? Ну, замучают вопросами, просьбами о консультации. Хорошо, Михаил Алексеевич. Ну как же вы все-таки отгадали, о чем я думаю? Ну, когда мужчина и женщина впервые идут вместе, в 99 случаях из 100 они думают друг о друге. А вы еще чуть покосились в мою сторону, поправили прическу. Ну. Михаил Алексеевич. Да? Странное дело, в нашем пансионате все мужчины такие значительные, сильные. Да мода. Мода такая сейчас на мужчин, вот мы и стараемся. А за нашим столиком в пансионате сидел артист Миронов. Андрей Миронов? Да нет, ну артист Миронов, он тоже отдыхает в нашем пансионате. Так вот, как вы думаете, он хороший артист или нет? Милиция к нам. Не люблю милицию. Что вы сказали? Милицию, говорю, не люблю. А, да что ее любить-то? Разве что уважать, поскольку моя милиция меня бережет. Мария Сергеевна, а вы вчера поздно легли спать. А почему это вас интересует? Да, просто я вчера так в часиках 11 вышел погулять, и мне показалось, что вы с Валентином Петровичем прошли по парку. Вам показалось. В 11 часов вечера я была у себя в номере, и Валентина Петровича у меня не было. Где не было? Валентина Петровича. Секрет, легки на помине. Да. Слышали новость? Смешная? Не очень. А, да слышал, слышал я. Ходит сплетня, что у нашего администратора сперли 30 тысяч. Вы об этом? Уж положим не 30, а 12. Всего-то. Да, да, да. Да. Милиция приехала. Эти бред. На интерес. Да, да, возможно, что 12. 30 тут больно много. 12.
получил наследство наш администратор. Да, ну и дурак. Надо было держать в сберкассе. Верно, Марина Сергеевна? Не знаю. О. Что? Валентин Петрович, оставляю на ваше попечение Марину, а сам пойду-ка я сыграю партию другую в шахматы. Говорят, слепой профессор прекрасный шахматист. Слепой шахматист? Да. А как вы думаете, деньги найдут? Ну что вы копаетесь, Владимир Иванович? Простите, никак не могу сосредоточиться. Как же его фамилия? Как фамилия? 2 минуты назад вы назвали мне его фамилию. Ну, Фирсов, кажется, да? Да-да. Ну вот, видите. Ах, вы не сердитесь на меня. С пропажей денег я примирился сразу. Всю жизнь у меня их не было. Видно, не судьба. Видно, в долгу я у Бога, и мне другая доля отрезана. Владимир Иванович, между прочим, я ваши деньги ищу, не свои. Вы не сказали мне, что у вас пропал жилец, а теперь причитаете, вместо того, чтобы найти его фамилию в книге. Простите, дайте я. Пожалуйста. О, здравствуйте, Владимир Иванович. Как ваше здоровье? Мое? Хорошо. 45-й, пожалуйста. Несчастье у человека, а вы... Спасибо. Простите. Да? У вас здесь слепой жил. Его фамилия Фирсов? Фамилию я не знаю. А живет он в 7-м номере, 1-й этаж. Спасибо. Возьмите себя в руки, Владимир Иванович. Пригласите горничную, пойдемте осмотрим номер. Теперь ясно, что он следил за мной. Разгадал, проверяет. Видимо, где-то допущена ошибка. Где же? Все тонко, тонко. Без нажима. Преступник из газет узнал о получении наследства. Прикинулся слепым, похитил деньги и скрылся. Уголовный розыск должен пойти по этой версии. Другого пути у него нет. Если после кражи денег в пансионате пропадает человек, да еще выясняется, что такого в Ленинграде не существует, то должны искать этого человека. А проживающие в пансионате должны быть вне подозрений. Что ж на этот раз судьба свела меня с профессионалом? Да или нет? А может, чудится? Может, подозрительность? А может, просто нервы? Врачу с многолетним стажем не подобает читать учебники для медицинского института. Да-да. Войдите. Ну что ж, Владимир Иванович, пока товарищи из оперативной группы занимаются вашей комнатой, мы с вами побеседуем, сопоставим некоторые факты. Так, под подушкой у Фирсова я нашел расписание движения пригородных поездов. В туалете горел свет. А зачем? Зачем слепому свет в туалете? Далее. Во вчерашней газете, что лежит на тумбочке, чернилами обведены буквы. Какой, следовательно, напрашивается вывод? А такой. Фирсов слепым не был. Скажете тоже, не слепой. Очень приличный мужчина. Тихий. Будешь тут тихим, коли слепой. Так, Фирсов Николай Николаевич, профессор философии ЛГУ. Пойдемте. Прошу вас.
Да. В номер не входить и никого не впускать. Подумаешь? Что значит подумаешь? Не повезло человеку. Не успел деньги получить, каких уже украли. Да, может быть, они сговорились. Кто сговорился? Что? 15 тысяч украли. Да нет, 15. Нет, мы спрашивали у мужчины, который знает. Я казалось, 15 тысяч. 15, да. Ничего себе. Где же он их хранил тогда? Нет, нет, нет. Ребят, нам не важно. Ну, а как же не важно? Ну, что ж такое, по-моему, уже время? Вы думаете, кто-нибудь жалеет администратора? Нет. Все обсуждают кражу денег. Интересно понаблюдать за людьми. Вот я, например, убежден, что женщины, узнав о происшедшем, тут же пересчитали свои кофточки. А мужчины перестали оставлять бумажники в номерах. Не исключение. Валентин Петрович, а что вы сами думаете об этой краже? Добрый день, уважаемый. Добрый день, Сергей Иванович. Что, еще не кормят? Как вам нравится высокочтимое собрание? Прелестно, правда? Говорят, у преступника был сообщник. Вы слышали? Бред. Ну, интересно. Я ничего не слышала. Расскажите, Сергей Иванович. Да я же ничего не знаю. Я просто слышал, что у преступника был сообщник. Здесь кто-то сказал. Скажите, это интересно. А, ну ладно. Я пойду. Куплю газету. Они ревнуют. А может, они просто меня не любят? Они не любят. Пустое, правда, Марина Сергеевна? Сергей Иванович, помните, мы в день приезда выходили из столовой вслед за Слепого профессора? Что-то не припоминаю. Не лгите, иначе я заговорю громче. Вот вы спросили меня, что вы меня спросили? И, пожалуйста, заходите и обедайте, пожалуйста. Прошу, к столу. Спасибо. Итак. Итак. Что вы меня спросили? Я спросил, можете ли вы отличить свои туфли от чужих той же фирмы? А почему вы спросили? Не знаю, спросил и все. Сергей Иванович, да. Вы что-нибудь слышали о фильме «Потомки»? Нет. А кто ставил? Кто играет? Постановщик Разумихин, а в главной роли Моргунов. Разумихин? Халтурщик. Да я у него пробовался в фильме «Смейся, паяц» на роль клоуна. Ничего стоящего он снять не может. Не ходите, Марина Сергеевна. Возможно, очень возможно. Я ведь не только в вопросах кино. Ну, вот в газете пишут, что комедия «Потомки» получила специальный приз за лучшую экспликацию. Все равно не ходите. Ну и не пойдем. Ну и правильно. Приятного аппетита. Спасибо. Я больше выдумать не мог. У поэта написано, и лучше выдумать не мог. Очень может быть. Машенька, благодарю. Выпьем за мой отъезд, друзья. Вы тоже уезжаете? Да. И Валентин Петрович уезжает. Валентин Петрович уезжает. Все меня покидают. Марина Сергеевна, я остаюсь. Друзья, а может быть мы отменим обед? Заберем закуску в номер. Возьмем еще маленький банкет. Решает дама.
Если банкет, то мне нужно переодеться. Тогда так. Да? Я сопровождаю Марию Сергеевну. Ну, конечно. Я распоряжаюсь в отношении спиртного, а вы обеспечите доставку всего этого хозяйства в номер. У кого собираемся? Ну, если все равно, давайте у меня все ответы. Прекрасно. Ну, я распоряжусь насчет вас. Я... А я... Машенька! Вы знаете, как я вас люблю? По-моему, за стол, Мария Сергеевна, мы можем быть спокойны. А вы сегодня весело выглядите. Ну. Марина Сергеевна, а вы знаете, что такое экспликация? А что это такое? Экспликация – это постановочный план режиссера в письменном или даже устном изложении. А что это значит? А это значит, что наш уважаемый артист Сергей Иванович не артист. Как? А вот так. Но вы меня не выдавайте. Договорились. Неужели на этот раз налетел на классного профессионала? Да или нет? А может, это моя мнительность? А может, и не он? Нервы. Нет, он. Конечно, он. Он. Попался же в разговоре. Один раз попался. Но ведь попался. Теперь только не спугнуть. Иначе все придет к чертям. И все-таки лучшее оружие – это выдержка и сообразительность. Сергей Иванович, это я понимаю. Да. Сегодня вы мой кавалер, а сегодня и завтра. И пусть эти невыносимые зазнайки уезжают. Да, Валентин Петрович, по-моему, мы уезжаем вовремя. Да, Михаил Алексеевич, да. Но я же все-таки артист, черт возьми. Хотя некоторые ловят меня на экспликации. Сергей Иванович. Валентин Петрович. Что такое? Я не понял, почему смеетесь. Михаил Алексеевич, не вмешивайтесь в личную жизнь. Даже врачам вашего профиля не положено все знать. Да? Ну, раз не положено, так осторожно. Не положено. Мамочка. О! Но как красиво! Прошу. Так. 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 Нос. Ну. Прошу. Да, кстати. Об актерах и о так называемой сложности актерского перевоплощения. Как утверждают социальные психологи, каждый человек повседневно исполняет навязанные ему обществом роли.
Не понимаю. То есть? Я никаких ролей не исполняю. О, вам только так кажется, Марина Сергеевна. Играете, каждую минуту играете. Вот сейчас, например, играете роль светской, беззаботной женщины, а на самом деле у вас масса забот. Когда вы остаетесь одна, вы думаете... Сергей Иванович, а вот о чем думаете сейчас вы? Не понял. Вот только что вы запретили Михаилу Алексеевичу вмешиваться в личную жизнь. А сами? Сами. Прошу прощения. Вот, друзья мои. Да. Но, поскольку только что Сергей Иванович сказал, что все мы в жизни играем какие-то роли, я могу предложить одну очень интересную, забавную игру. Причем это не помешает нам ужинать. Я согласен. Согласна. Тогда, пусть каждый из присутствующих расскажет свою версию о преступлении. Очередность определит жребий. Ну как? Согласен. Женщина выступает в качестве жюри. Прекрасно. Победителя ждет поцелуй. Ну, согласен. Пустое. Да. Я не отношусь к категории тех мужчин, которые считают, что в них похоронен Порфирий Петрович. И следствие вести не могу. Вот так. Сергей Иванович, при чем тут следствие? Вы только должны рассказать историю. Да? Все. Ну, повинуюсь. Тяните. Короткое начинает. Я могу начать и так. В жизни не выиграл ни одного. Сергей Иванович, ну давай. Хорошо, хорошо, пустая формальность. Да. Опа! Да. Убедились. Ну, борьба за второе место. А я в жизни ни разу не проигрывал. Да. Люблю удачливых людей. Ну-с. Первым начинаете вы, Сергей Иванович. Второй вы, Михаил Алексеевич. Да. Да-да-да. Идущие на смерть приветствую тебя. Сергей Иванович, я в вас верю. Спасибо, Валентин Петрович. Я тоже, Сергей Иванович, верю. Господин судья, господа присяжные заседатели, я не собираюсь анализировать действия преступника вообще. Меня интересует человек. Он забрал мой кусок хлеба. Да-да-да. А вы думали, что первому хуже всех? Да. Преступник. Человек сильный. Я имею в виду содержание, а не форму. Сильный и смелый. Ну, не душа, а потому что окружающих считает пигмеями. Не очень умный. Умный человек не ворует. Циник, самовлюбленный циник. Образованный. Ну, не Марк Тулей Цицерон, конечно, но книжки читал. Очки, палочка, вся эта игра вслепого, из книжек. Думаю, что будущего подсудимого выгнали из какого-нибудь гуманитарного вуза за какую-нибудь подлость. Человек. А вы видели администратора? У такого украсть не просто воровство. Человек с фашистским душком. А он может убить человека? Не знаю. Вряд ли. Хотя, если ему будет грозить смертельная опасность... Не знаю. Все, господа, я кончен. Ну как? Не подлизывайтесь к жюри. Михаил Алексеевич, ждем вашу версию. Да, Валентин Петрович, зря мы с вами так отстаивали эту тему. Я думаю, что человек, совершивший кражу у Балясина, профессионал. Я не имею при этом в виду, что он нигде не работает и живет только на средства, добытые воровским путем. Нет, в нашем обществе это невозможно. И все же он профессионал. Так как к
подготовке и совершению преступления, он готовится, а я убежден, что это его не первое преступление, он готовится внимательно и серьезно. Он читал криминалистику. Я даже думаю, что он завел себе приятеля в следственных органах. И в беседах с ним он проверяет свои умозаключения и выводы. Он знает, что преступник обычно попадается не в момент совершения преступления, а либо в процессе подготовки, либо в момент реализации похищения. А вы-то откуда это знаете? Ну, я же психиатр. У меня много друзей среди юристов. Ну и что же дальше? Да, продолжайте, Михаил Алексеевич. Вы все очень интересно и логично рассказываете. Угу. Этот преступник не реализует похищенные деньги. Он их копит. Ему нужна большая сумма. Зачем? Это я скажу немного погодя. Вот вы, Сергей Иванович, сказали, что преступник человек не умный. Нет, он умный. Иначе давно бы попался. Но, как всякий преступник, он имеет некоторое психическое отклонение от нормы. Какое отклонение, я сейчас скажу. Он мифоман. Идея понятная? Нет? Он придумал себе сказочку и поверил в нее. И сказочка заслонила реальный мир. Теперь вопрос, какая это сказочка? Сейчас я скажу. Представьте себе, молодой человек, не без способностей, чистолюбивый. Вы забыли об этом, Сергей Иванович? Очень чистолюбивый, а жизнь не складывается. Ну, обидели. Не везет, обидели, дали по ушам за то, что оказался умнее начальника. Бывает. Какой-нибудь руководитель сказал, нам гении не нужны. А где нужны гении, спросил себя наш герой. И недолго думая, ответил, там. Там. Там частная инициатива, там нужны. Так была создана сказочка. Но он знал, что нищие гении там не нужны. И он решил достать деньги любым путем. Вы знаете, в чем ваша вторая ошибка, Сергей Иванович? Нужны мне эти соревнования. В жизни никогда не выиграл. Вот вы вспомнили администратора, его забитость и ущербность. Ну и правильно сделал. И прошу выступать по существу, не заниматься критикой. Я же вас критиковать не мог. Наверное. Да, но вы сделали неверный вывод о сущности преступника. Преступник Балясин не видит. Таких людей для него не существует. Он и не крал деньги. Он их взял. Взял. Сказочка. Понятно? Отлично. И последнее. Этот человек способен на убийство. У мифоманов сказочки отнимать нельзя. Опасно! Сергей Иванович! Боже мой, ну отстаньте вы от меня. Да. Ну что ж, друзья мои, вы оба очень хорошо, интересно и красочно говорили. Я во многом согласен с вами, но кроме одного. Преступник, вы сказали, самовлюбленный циник. Безусловно. Человек с фашистским душком, да несомненно. Мифоман, да. Оба ваших выступления должны были произвести ошеломляющее впечатление на наше очаровательное жюри. Я только сижу. Марина Сергеевна. Марина Сергеевна. Но мое мнение таково. Приз должен получить не лучший рассказчик, так сказать, художник, а человек, рассказавший правду или же историю наиболее близкую к правде, не правда? А кто будет определять и как? У меня есть конкретное предложение. Мы обмениваемся телефонами и адресами. И потом встречаемся, когда преступник будет пойман, и все уже будет известно. Предлагаю, Марина Сергеевна, а? Предлагаю. Марина Сергеевна определяет победителя сегодня. То есть? Руководствуясь субъективными соображениями. А я потом узнаю приятелей, они мне сообщат, когда данный преступник будет пойман. Ужин в ресторане за счет побежденных. Я согласен. И я согласен. Готовьте деньги. Готовим. Начнем с того, что преступников было двое. Да-с.
А как известно, два – это не один. Вот очки, палочка, игра в слепого. Зачем? Зачем? Только для одного. Чтобы никто не мог дать точных примет и опознать преступника на очной ставке. А мнимый профессор получил от своего напарника деньги и... Понятно. А жулик остался в пансионате, живет с нами под одной крышей, кушает в одной столовой и, может быть, сейчас находится в этой комнате. Ой, ой, Мария, возможно, что он сейчас проходит мимо нашей комнаты. Войдите. Вот так-то поговорили. А теперь пора брать голубчика. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините за беспокойство. Я на одну минуту. Если вам нужен хозяин номера, то это я. Так мы же знакомы, Михаил Алексеевич. Я же вас всех знаю. Служба. Прошу. Да, спасибо. О, извините, я, кажется, не вовремя. Нет, наоборот. Вы удивительно вовремя. Я надеюсь, что жюри учтет драматургию моего выступления. Если вы докажете, что появление лейтенанта было вами подготовлено. То есть, лейтенант, вас приглашал Валентин Петрович? Приглашал? Товарищ Семин? Нет. Нет, меня никто не приглашал. Никто. Вы меня не поняли, товарищи. У меня служба. Я по всем, почти по всем номерам хожу. Вы у меня последний сегодня, домой иду. Тут вот такое дело. Вы знаете, у Болясина украли деньги, да? В сберкассе надо было деньги держать. Мне все не везет. Как пансионат отдых включили в мой участок, так мороки не оберешься. Нет, вы не подумайте, товарищи, данный случай нетипичный. Данный случай не то что для Левушкина, для всего города ЧП. Дело на Литейной забрали. Там головы, там разберутся. Мне для них приметы преступника уточнить требуется. Всесоюзный розыск объявляют. Приметы точные надо. Я вам сейчас прочту, а вы, может быть, дополните. Глоток шампанского, лейтенант. Я на... голоса, чтоб в горле не першило. Я на службе, гражданин Миронов Сергей Иванович. 41-го года рождения. Лейтенант. Простите, так память проверяю. Вот на них и проверяете. Спасибо, спасибо, товарищ офицер. На службе. Итак, читаю приметы. Будьте внимательны. Мужчина, на вид около 40 лет. Рост примерно 180 сантиметров. Плотного телосложения. Волосы темно-русые. Причесывается на пробор. Лицо овальное. Нос прямой. Уши соленые. Товарищ Зотов. Уши небольшие. А... Михаил Алексеевич, ну как, приметы совпадают с внешностью мнимого профессора? А почему вы спрашиваете об этом именно меня? Потому что именно вы. Потому что именно вы, Михаил Алексеевич, играли с профессором в шахматы. Ну вот и все. Кажется, порядок. Да.
Вот сейчас я бы рассказал всю эту историю несколько иначе. Да, я бы тоже. Я могу рассказать за вас, Сергей Иванович. И за меня? За меня тоже? А хотите, Валентин Петрович, я отгадаю, что вы расскажете? Ужин в ресторане с вином. С коньяком. Сергей Иванович, вы участвуете? Я никогда не выигрываю. А я никогда не отказываюсь от своих слов. Записываю вашу версию. Пожалуйста. Ужин за мной. Сейчас. Ну, так, сейчас. Так. Алина Сергеевна, вручаю вам. После вашего рассказа вы можете проверить. Ваш вариант слишком короток. Боитесь? Смешно. Сергей Иванович, не принимать пари доктора Зотова? Идите к черту. Что вы ко мне пристали? Действительно. Ну что, вперед! Первый раунд! Бэм! Ну что, стало быть так. Преступник был один. Ну, друзья, один. Никакого слепого в пансионате не существовало. Просто преступник исполнял две роли. Первая – это обыкновенный отдыхающий, а вторая – очки и палочка, возможно, легкий грим, парик. То есть он играл роль мнимого слепого. Это пока ясно, да? Ну так вот, в роли слепого преступник поселился в пансионате под вымышленным именем и, естественно, по липовым документам. После того, как он совершил кражу, ну, как он сделал это, мне пока неизвестно, он перестал существовать во второй ипостаси и толкнул уголовный розыск на поиски якобы исчезнувшего слепого. А между тем преступник сейчас спокойно проживает в пансионате, и через некоторое время уедет вместе с деньгами нами всеми уважаемого администратора. Вот так уедет. И даже тень подозрения не падет на благопристойного гражданина. Сдаюсь. Недооценил фантазии Валентина Петровича. Подождите, а если это правда? Если это правда, то преступника не найдут. А вы что, сомневаетесь, Марина Сергеевна? Да, фантазия. Успокойтесь, Марина Сергеевна, преступника найдут обязательно. Найдут. Я думаю, что уголовный розыск не попал в ловушку. Почему же, господин Шерлок Холмс? Ну, свидетельство тому визит лейтенанта. Он не очень ловко солгал. Любопытно. В чем же? Ну, во-первых, приметы преступника явно не слепого профессора. А вы не заметили, как он тщательно вытирал ноги, прежде чем войти к нам в номер? А спустя некоторое время сказал, что заканчивает обход в пансионате, и что наш номер у него последний. Умница. Совершенно верно, Марина Сергеевна. И, наконец, третий. Лейтенант уж как-то слишком напирал на всесоюзный розыск. Ну, а при чем же здесь розыск? Сергей Иванович. Ах, Сергей Иванович. Ну, если объявлен всесоюзный розыск, значит, преступника уже в пансионате нет, не так, Михаил Алексеевич? Да, черт возьми, по-вашему, выходит, милиция хочет убедить преступника в том, что он может спокойно уезжать, чтобы потом взять его с деньгами, то есть с поличным. Совершенно верно, глубоко уважаемый Михаил Алексеевич. Мое мнение именно таково, а ваше? Да, действительно. Ну что ж, друзья, между тем 8 часов, надо выезжать. Да, да, да. Да, я уже собрался. Да! Да! Как же мне сразу не пришла такая мысль. Валентин Петрович, ну если бы вы так здорово разгадали хитроумный план уголовного розыска, то почему его не разгадает преступник? Ведь он не возьмет похищенные деньги, и улик против него не будет. Вы абсолютно правы, Михаил Алексеевич. Именно поэтому я лично остаюсь еще на неделю. Очень хочется посмотреть финал. Оригинальная мысль. Вот за ее оригинальность вы и угостите всех присутствующих ужином. Мария Сергеевна, прочтите вслух листок, который я вам дал, и который вы так измяли, увлекшись рассказом Валентина Петровича. Сейчас.
это сейчас. Мы остаемся. Суд идет. Прошу садиться. Заседание судебной коллегии по уголовным делам объявляется продолженным. Слушается дело по обвинению. Итак, предварительным судебным следствием установлено, что подсудимый, прибыв в пансионат «Отдых», совершил два преступления. Начну с кражи денег. Вы помните, что подсудимый звонил в редакцию газеты «Известия» и интересовался адресом Балясина. А затем он, как и в других подобных случаях, не торопился форсировать события, терпеливо ждал подходящего момента и затем совершил преступление. Умение собственноручно сделать слепок и по нему изготовить ключ свидетельствует о достаточном опыте этого человека. Во всех действиях подсудимого чувствуется изощренный ум, умение завести следы. Однако, как видите, это ему не помогло, и сегодня преступник сидит на скамье подсудимых, юрит, изворачивается, пытается уйти от ответственности за содеянное. Заранее обдуманное намерение, опыт, хладнокровие говорят об общественной опасности этого человека, требуют изоляции его от общества. Но, как я уже говорил, подсудимый совершил и второе преступление. Извините, я немного засчиталась, я опаздываю. Что же вы читали? Небось, преступление и наказание? Науку и жизнь. Да. Без шампанского и коньяку человек теряет половину своей привлекательности. Манесса? Что такое Манесса? Угнетенное состояние после праздника. Лидия Петрович, а да. После праздника бывает плохое настроение? Вы знаете, Марина Сергеевна, у человека всегда бывает плохое настроение после того, как он совершил ошибку. Не точно, Валентин Петрович, и неверно. У человека всегда бывает угнетенное состояние после
Моя мысль ясна? И после неудачи, ошибок, и после удачи побед. Плоды, уважаемая Марина Сергеевна, всегда преснее, а усилия всегда слаще. Мы фантазируем и обольщаемся, когда карабкаемся к цели. И расплачиваемся при достижении ее. Секрет в том, чтобы накопить больше, чем придется вернуть. Иначе можно стать банкротом. Ну, люди же достигают, не знаю, как это сказать, штампы разные в голову лезут. Я хочу сказать, что люди достигают этих больших высот, великих целей. Моя мысль ясна? Я пойму, по крайней мере, пытаюсь понять. Чего бы человек не достиг, он всегда мечтает о большем. Результат всегда конкретен, прозаичен. Деньги, пресса, улыбки, зависть. Усталый человек на пьедестале растерян и обманут. Он летел за своей сказкой. Свершилось. Он победил. А сказки нельзя брать руками. Следовательно, Сергей Иванович, вы не рекомендуете добиваться своей мечты. Я не газета и не журнал. Ничего не рекомендую. Почему мы в каждом высказывании стремимся видеть указания, рекомендации? Неприятно, я совсем не хотел его обидеть. Ох уж мне эти защитные рефлексы слабых людей. Вам не нужны защитные рефлексы. Мне вас жаль. Владимир Петрович, едем в город, к ужину вернемся. А? Поехали. Что? А, в город? Извините, Марина Сергеевна. Давайте завтра. Извините, Владимир Иванович. Да? Произошло маленькое недоразумение. Чем вы недовольны? Знаете, я собирался уезжать, рассчитался за номер. А вот теперь передумал и остался. Ну и... В номере не был. С 8 утра до 8 вечера. Вот я должен платить за эти полсуток. Очевидно. Да. А вот мои приятели, Зотов из 45-го, Семен из 8-го не платят. Одну минуточку. 8-й, 45-й, 45-й. Нет, они не собирались рассчитываться. А вы не ошиблись? Пустяки. Они меня просто разыграли, я так и знал. Извините за беспокойство. Спасибо. У меня муж такой же. Ест по 3 порции, а сам кожу до кости. Спасибо, Маша. Кушать Сергей Иванович, не переживайте.
Спасибо еще раз, Машенька. Здоровья, Сергей. С каким же счастливчиком вы 35 минут говорили по телефону? Муж звонил из Петрозаводска. Вы замужем? Представьте себе. Более того, люблю своего мужа. Смешно, не правда ли? Почему смешно? Очень приятно. Сергей Иванович. Да? Вы любите весну? Как вам сказать? А природу? Природу? Любил. Вернее, подражал другим. Я люблю город, асфальт. Люблю, когда много людей. Люблю, когда шумно. А зачем же вы тогда сюда приехали? Приехал. Знаете, иногда и то, что любишь, надоедает. Хочется разнообразия, чего-то другого. Вообще, знаете, в чем основная сложность нашего существования? Не знаю. Слишком много умных людей жило до нас. Сейчас трудно быть умным, оригинальным. Хочешь сказать что-нибудь стоящее, вспоминаешь, уже сказали, ты лучше. Вообще, это человечество столько напридумывало, она мне шиша не оставила. Вы торопитесь. Тороплюсь? Нет. А куда здесь торопиться? Сергей Иванович, а трудно быть актером? Трудно быть хорошим специалистом. Везде. А вам нравится доктор? Михаил Алексеевич? Михаил Алексеевич. А он-то здесь при чем? Хотя извольте. Я вообще не люблю врачей. А вы любите людей за профессию? Я не люблю врачей, так. Исследователей. Они знают о нас преступно много. Знают и молчат. А доктор? Доктор. Доктор специалист по психам. Помните, с кем поведешься? Как он заглядывает в глаза. Заметили? Значит, мне не кажется... Нет, нет, нет. Увольте, Марина Сергеевна. Вообще, какой опыт он проделал над Валентином Петровичем с этой запиской? Мы остаемся. Знаете, может, он милейший человек, но я кроликом быть не желаю. Сергей Иванович, почему вы боитесь Семина? Я боюсь? Боитесь, почему? Марина Сергеевна. Как поехать под тебя на отдых? Что ему надо, я не расслышала. Минуточку, он, кажется, заблудил. Срочно нужна кукла. Здесь в конверте образцы обертки и размеры. Не раскололи? Так вот он, пансионат. Спасибо. Десяточку в середину. Михаил Алексеевич, взгляните, пожалуйста, сколько у меня. Как ему хочется казаться мягким и интеллигентным. 56. С десяткой в любом. Ну и прекрасно. Значит, у вас в последнем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неинтеллигентно. Да. Вам нравится Марина? Да, красивая женщина. Только уж больно мудра, даже не мудра, а запутана, что ли. Вообще, честно говоря, я не люблю женщин, взаимоотношения с которыми связаны с психологическими экскурсами, знаете, с рассуждениями
о добре, зле. Этого как-то хватает без них. Тоже верно. Но не уехали вы из-за нее. Ну, с чего вы взяли? А вы думаете, что я вчера отгадал финиш вашего фантастического рассказа? Нет, я понял, что вы не уедете именно из-за Марины Сергеевны. Смешно. Что вы проверяете на мне психологические тесты? Нет, я не практикую на отдыхе. Вы же не на работе сейчас. Так-с. Дуплет. Налево, в угол. Вы не в форме. Прямо в угол. И как вывел своего? А вы решили, что победа в кармане? Игра в последнем. Ну что, может, начнем новое? Нет, Михаил Алексеевич. Я привык доигрывать каждую партию до конца. Долго очень. Ну, давайте. Скажите, а какого вы мнения об актере? Вы же психиатр, что он за человек? Сергей Иванович, так? Да. Ну, во-первых, он не актер. А кто же? В середину шар. Ай-яй-яй. Я врач, а не гадалка с вокзала. Он все профессий. Он чистоплотен. Комплекс неполноценности, тяжелое детство. Да, не нервный он. Нервный, но сильный. Как физически, так и духовно. Даже физически? Да. У него сила природная, не тренированная, как у вас или у меня. Вы что, не встречали худых костлявых силачей? Ну... Бывают. У них очень быстрое включение. Из таких вырастают отличные спортсмены. Он имеет отношение к преступлению? Я не гадалка. А, черт, все это с дурацкими вопросами. А все же? Насколько я помню, он ниже таинственного слепого. А по вашей теории, слепой, оставшийся в пансионате, одно лицо? Да, в ваших рассуждениях есть некоторая логика. Ну как? Сдаетесь? Я тоже доигрываю партию до конца. Михаил Алексеевич, я вчера мог ошибиться. А вдруг преступник и слепой — это два разных человека? Стал бы, Сергей Иванович мог быть сообщником преступника или работая в уголовном розыске, он таким образом тоже мог иметь отношение к преступлению, не правда ли? И непосредственно. Ваш удар, Валентин Петрович. Да, я знаю. Но приятно не победа. Приятно ее предвкушение. Предвкушение? Но пока вы не забьете последний шар, вы не выиграете. А если промахнетесь? Михаил Алексеевич, вот ведь следуя нашей теории, нашей с вами... Нашей? Да, нашей с вами теории. Против преступника ведь в данный момент не имеется улик. Ни прямых, ни косвенных, не правда ли? Предположим. Ну так почему бы ему не оставить деньги там, где они лежат, и не уехать спокойно из пансионата? Да, но он попал в поле зрения уголовного розыска и никогда не сможет вернуться сюда, чтобы забрать похищенные деньги. Ну и черт с ним. Свобода дороже. Возможно. Но это логика здорового, нормального человека. А мы же договорились, что преступник — мифоман. Он не может признать себя убежденным. Не может отказаться от сказочной мечты. Он попытается забрать деньги. Ну, наверное. Даже если понимает опасность?
А он считает себя умнее противника. Бред. Но интересно. Итак, вы говорили, что я промахнусь? Смотрите. Вуаля. Виктория. Благодарю вас. Спасибо. Может быть, еще партию? Нет, спасибо. Гуляйте, товарищи. С погодой вам повезло. Что же наделали, лейтенант? А что? Ваше вчерашнее сообщение о всесоюзном розыске спугнуло преступника. Самодеятельностью занимаетесь? Я хотел как лучше. Да. Лейтенант. Значит, найдете? Владимир Иванович, значит, нашли. Завтра вы их можете получить. В целости и сохранности. Деньги? Ой, неужели нашли? А то. Только, Маша, сама понимаешь. Да. Владимир Иванович, данный предмет вам знаком? Деньги мои. Надо же, и тряпочка тоже. А вы не ошибаетесь, Владимир Иванович? Нет. Возьмите, присмотрите. Как же? Они. Тряпочка та же, веревка. И мылом пахнет. Угу. В ящике лежал. Ну, спасибо. Деньги мы скоро вернем. И прошу вас, о нашем разговоре никому. Ясно? Ясно, Владимир Иванович, и так-то слова не вытянешь. Прекрасно. Ну, вы даете. Маша, значит, завтра в 7 утра в холле у столовой. Ну, даете. До свидания, Владимир Иванович. Я всегда рад видеть вас, Марина Сергеевна. И я, Михаил Алексеевич, рада видеть вас. Не лукавьте. Вы больше радуетесь, когда видите Валентина Петровича или даже Сергея Ивановича. Ну, во-первых, это весьма спорно. А во-вторых, Сергей Иванович прав, утверждая, что вас нельзя пускать в приличное общество. Это почему же? А потому что некрасиво подглядывать в чужие мысли. Не подглядывать, а отгадывать. Угу. Именно за это ваш шизофреник-артист Миронов, между прочим, получает зарплату. И зря получает, так как способности у него в этой области весьма посредственные. То есть что вы хотите сказать? Ай, пустое. Жить в наше время тяжело. Все уже придумано, все создано. Мы обречены быть посредственностями. Не люблю врачей-исследователей, они знают о нас слишком много. Прекратите сейчас же. Откуда вы все про всех знаете? Марина Сергеевна, я же хотел вас рассмешить. У меня было прекрасное настроение, а вы мне его испортили. Ну, вы же, Михаил Алексеевич, ну откуда вы все про всех знаете? Так, если... Ну, давайте, давайте, вам все равно не отвертеться. Ну, хорошо. Какие-то странные нынче мужчины. Где соревнования в силе, в ловкости, в остроумии? Почему они не соблюдают условия игры? Да, 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 ну, да, почему да. не предлагают разгадать себя и понять... Продолжать? Продолжайте, только не умиливайте. Хорошо. Ну, вы даете, Сергей Иванович. Деньги должны быть спрятаны так, чтобы в любой момент можно было их взять. При себе носить не будешь, в номере не оставишь. Ну, видать, не дурак. Кто ж краденый, то в номере держит. Вот и я так рассуждал и нашел. И где же? Увидишь. Садись.
Балясин утверждает, что здесь его деньги. А деньги... здесь. А ты держишь подделку. Раз Балясин не распознал, преступнику не узнать, тем более, кукла это. Чего? Кукла, говорю. Деньги мы отошлем в управление. Балясин их получит официальным путем. А из куклы сейчас сделаем ловушку. Красящий реактив. А что это вы делаете? Теперь, если до него чуть дотронуться, на руке останется след. А так не видно? Нет. И не пахнет? Нет. Химия. Смотри, Маш, и запоминай. Сверток мы положим туда, где он лежал. Порядок. Все, пусть лежит. А дальше? Ну, а теперь, если кто чуть дотронется до свертка, потом, скажем, вымоет руки, доказательств будет более чем достаточно. Ну? А мне не разыгрываете? Нет, муж, все взаправду. После завтрака я поеду в город. Марина Сергеевна, возьмите меня с собой. А то мне этот черно-белый пейзаж порядком надоел. Поехали. У меня к вам маленькая просьба. Угу. Мне не хотелось бы, чтобы наши друзья знали о том, что я напросился к вам в попутчики. Михаил Алексеевич, вы не похожи на человека, которого волнует мнение окружающих? И тем не менее, если вам не трудно, за завтраком пригласите меня с собой. Договорились? Договорились. Да-да, войдите. Здравствуйте, Владимир Иванович. Так рад считал, что вы рано встаете. Я-то что? Вы чего такой рань поднялись? Ну, рань, скоро завтрак. Вы извините, у меня к вам очень срочное дело. Присядем. Хорошо. Кланяется вам инспектор Сергей Иванович Миронов и просит передать вот это. Какой инспектор? А это что такое? Это ваше наследство. У нас к вам очень большая просьба. Возьмите деньги, отвезите их в город, в угрозыск, по адресу Каляева, 10, и сдайте. Скажите, что дал вам их я, Семин Валентин Петрович. Вы все запомнили? У нас изменились обстоятельства. Ни я, ни Сергей не можем выехать из пансионата. А держать при себе такую сумму не хотим. Вам все ясно? Захватите паспорт ровно в 12, будьте в бюро пропусков. Пропуск вам заказан. На пропуске указана комната и фамилия человека, к которому вам следует обратиться. Только, пожалуйста, не опаздывайте. Вас будут ждать. Еще раз напоминаю, паспорт не забудьте. И поаккуратнее с пакетом. Всего доброго. Доброе утро.
Проспали? Или успели погулять? Успели. Сегодня приличная погода. Да. Спасибо. Мы наблюдательные. Погода сегодня действительно прелестная. И я сегодня отправляюсь в город. Разрешите мне? Нет. Вы вчера были невежливы, отказались сопровождать даму. Сегодня за это будете наказаны. Марина Сергеевна, ну я же вчера... Сидите здесь и скучайте. Так. Михаил Алексеевич, будьте джентльменом, проводите даму в город. С удовольствием. Тогда пригласите. Сразу же после завтрака. А, я тоже хочу быть джентльменом. У нас равноправие. Вот именно, равноправие. Я тоже хочу в город, и я в город поеду. Не возьмете с собой в машину, я залезу в багажник. И вообще, я сейчас иду дебюлить на улицу, и никуда вы от меня не денетесь. Вот так. Ясно, как Олег Петрович понимает равноправие. Да. Едете с нами? Нет, я не рожден для поединка. Потом вы же будете ходить по магазинам. Так, собираюсь ходить в русский музей. Тем более, Михаил Сеевич расскажет, какие чувства испытывал Петр Первый, когда допрашивал своего любимого сына Алексея. Валентин Петрович обольстит всех контролеров, и вы пройдете в музей без очереди. Вот видите, без меня вам не обойтись. Так что берете добровольно. Михаил Алексеевич. Да. А решает дам. Да ладно, поедем, мы не злопамятны. Что-нибудь нарушили? Да кто их знает, что я нарушил. Может, подфарник не горит, может, машина грязная, а может так. Плохое настроение милиционер. Разве угадаешь? Да уж. Милиции не отгадаешь, это точно. Прошу, граждане, предъявить документы. А вы, дамочка, можете не беспокоиться. У меня, кажется, ничего с собой нет. А что случилось, капитан? Служба такая, дорогой товарищ. Где-то кто-то сбежал, а мы ищем. Так есть документы? Пожалуйста. Да нет, кажется. Михаил Алексеевич, это что ж творится-то? Из зоны отдыха уже и без документов не выпускают. Да. А что, обыскивать не будете? Таких прав не дано, граждане. Есть документы? Нет, кажется. Придется проехать в отделение. Ну вот. Михаил Алексеевич, вот видите, машинка стоит. Ну. Нашел! Марина Сергеевна, будьте любезны, передайте. Так вот, в той машинке, Михаил Алексеевич, вероятно, сидят люди, которые обыскать имеют права. Как Чего думаете? Чего вы это говорите? Да так, Марина Сергеевна, мужские секреты. Я думаю, что для обыска нужны основания. А вы как думаете? Ну, основания-то, может, и есть, а вот а что найдешь, вот вопрос. Это точно. Опять же, надо знать, что ищешь и у кого. Этого мало, дорогой. Важно еще знать, когда, в какой именно момент. Трогай, а? Расходимся кто куда. Через часик встречаемся внизу вести. Договорились. Валентин Петрович, вы женаты? В прошлом, Михаил Алексеевич. В прошлом. Юноша, сядьте за руль. Чем дело, да? Быстро, уголовный розыск, литейный четыре. У меня есть несколько минут. Быстро, юноша, быстро, извините.
ценность человека. Герои картины физически бессильны сопротивляться стихии, но воля к жизни побуждает их к активной защите и взаимопомощи. Пока они живы, они противостоят разрушительной силе природы. Да. И откуда вы все знаете? Я же искусствовед. Михаил Алексеевич, а где Валентин Петрович? Хотел бы я знать. Да объявится. Знаете что? Подождите меня здесь, а я пойду вниз еще открыть. Хорошо? Неужели просчитался? Заигрался. Хотел заиграть Семина, заигрался сам. Проще надо было, проще. Один Семин или нет? Плохо, если не один. Тогда плохо. Совсем плохо. Неужели есть напарник, а я его не заметил? А он за мной следит, и сейчас следит. Не надо было мне ехать в город. Валентин Петрович нас ждал внизу. Мы же договорились, Михаил Алексеевич. Да, я забыл, извините. Ну, а где же наши братья-разбойники? Я ведь в сущности готов к приему пищи, а вы? Я? Ну, пойдемте. О, добрый вечер. Добрый а вечер. Вы уже поужинали. Увы, остались лишь воспоминания. Счастливчики, у вас все впереди. Идемте с нами, я сладкое ем. Искусительница. Стреляют. А вы... Михаила Алексеевича не видели? Нет. Застрелился! Батюшка! Застрелился! Что там произошло? Ваши товарищи дорогие, ничего не случилось. Как еще? Мы же слышали. Ну, Маруша, садитесь, ужин идти. Вызовите милицию. Позвоните 02, попросите дежурного, скажите, что Миронов просил приехать. Вы меня поняли? Садитесь с ним. Марина Сергеевна? Марина Сергеевна? Что с вами? Старичок администратор застрелился. Ах, даже так? Примите, это вас успокоит. Кто обнаружил труп? Горничная. А где Миронов? Там. Спасибо.
Должна позвонить в милицию. Не надо. Не надо, я сам. Вы идите к себе. Идите к себе, к себе. Михаил Алексеевич. Валентин Петрович. Ну вот вы. Я гулял, сегодня отличная погода. У вас есть... Дайте. Закурите, пожалуйста. Понятно, Нина Николаевна. Товарищ, там дерутся. Кто дерется? Зотов и Семин. Разберитесь, лейтенант. Сергей Иванович. Интеллигентные люди дерутся. Объясните мне, Сергей Иванович. Марина Сергеевна, сядьте на этот стул, ничего не трогайте, будете понятой. Сергей Иванович, неужели он застрелился из-за этих проклятых денег? Он не застрелился. Как не застрелился? Не мешайте мне, Марина. Извините. Лейтенант! Лейтенант, охраняет Семина. Кстати, нужно было предупредить лейтенанта, что я из уголовного розыска. Я взял Семина, а он бросился на меня. Изувечил? Да ушиб немного. Ну, что-нибудь нашел? Итак, Нина Николаевна, вы шли к Владимиру Ивановичу сменить белье. Шла. Вы всегда меняете белье вечером? Нет. Но он позвонил и попросил сменить. А откуда он мог звонить? А здесь рядом, в коридоре есть телефон. Он и раньше звонил? Нет. А вы уверены, что звонил именно Балясин? Ну да. Слышно было плохо, но звонил он. Нина, меня только Владимир Иванович звал. Так, вы взяли белье и пошли дальше. Миша, рассказывайте, Нина Николаевна, мы вас слушаем. А чего рассказывать? Иду по коридору, тут и стрельнула. Открываю дверь, лежит. А бой часов вы не слышали? Нет. А часы давно стоят или ходили? Ну, а как уж, ходили. Каждый час били. Вот теперь встали. Ну, посмотри, Миша, у тебя рука счастливая. Да что-то смотреть. И так ясно, порохом пахнет. Часами все ясно, оставим их для экспертов. А вот через что он стрелял до этого, Балясина? Не заглушить выстрел, вот вопрос. Сколько подушек было у Балясина? Две. Спасибо. Вы свободны, Нина Николаевна. Угу. Я провожу вас. Смотри, Миша. Угу. Приведи-ка Семина. Извините, Марина Сергеевна, еще несколько минут. Садитесь. Я вас слушаю. Это я вас слушаю. Зачем вы убили Балясина? Идиотский вопрос, не имеющий ко мне никакого отношения. Вы меня поняли, гражданин майор? Так вот, гражданин майор, подобные обвинения давно уже не в моде. Ну, пока это только вопрос. Да брось, Сергей, он не сознается, будет играть до конца. Не будет, Миша, я ему не позволю. Может быть, женщине все-таки лучше уйти? Женщине лучше остаться, извините, Марина. Ужас вашего положения сегодня в том, что вы бездарность. Знаете, когда я понял, что вы именно тот преступник, которого мы разыскиваем? В первый же день, когда вы появились в роли слепого. Вы или не успели, или не сочли нужным сменить ботинки. Это первый ваш просчет. Это не доказательство. Вы совершили кражу. И попались бы при отъезде из пансионата. Но нас подвел лейтенант. Он взял инициативу на себя и расшифровал нас своим появлением.
Почему вы не оставили деньги и не уехали из пансионата? Объясню. Михаил поймал вас на слабо. А на слабо ловятся только 10-летние мальчишки. Несколько однообразный, гражданин майор, и излишне эмоциональный. И с подобными доказательствами вы меня отпустите завтра утром. Вы знали, что вывозить деньги из пансионата нельзя. Сегодня утром вы передали пакет Балясину, представившись сотрудником уголовного розыска. Балясин вывез деньги из пансионата. Он робкий человек, тут вы рассчитали верно, не спросил у вас документов. Ровно в 12 в бюро пропусков вы сказали ему, что обстоятельства меняются, забрали у него пакет, Балясин вернулся домой, а вы, спрятав пакет, вернулись в музей, верно? Бред, но интересно. Балясин был единственный свидетель вашего преступления. И вы решили его убрать. Примерно полчаса назад вы вошли сюда под каким-то предлогом, выслали Балясина из комнаты. Попросили воды? Предлог не имеет значения, Семен. Владимир Иванович вышел. Тогда вы взяли подушку, а когда он вернулся, через эту подушку выстрелили в него. Балясин упал. Вы бросили подушку под кровать, подошли к часам, положили капсуль под молоток кузнеца, верно? Занимательно. Потом перевели часы на 8:05 и вышли из комнаты. И позвонили горничной. Через 5 минут часы стали бить. Раздался выстрел. Вы стоите в холле. Алиби. Ну а где же все-таки обещанные доказательства? Доказательства? Доказательства у нас на первый случай самые пустяковые. Мы передали номер машины, на которой вы отъехали от музея, в управление. Водитель, конечно, уже допрошен. Узнать, кто находился в бюро пропусков в 12:00, нетрудно. Так что свидетели будут. Вы даже не представляете себе, Семен, какие будут свидетели. Действительно, я встречался с Балясиным. Мне нужно было поговорить с ним по личному вопросу. Я только не понимаю, какое это имеет отношение к доказательствам кражи и убийства. Сережа, я провожу Марину Сергеевну. Проводи. До свидания, Марина Сергеевна, извините. Извините, товарищ майор, не потом знал. Потом поговорим, я... лейтенант. Ну вот и все. До свидания, Марина Сергеевна. До свидания. Привет, Павлу. Какому Павлу? Вашему мужу. Мы с ним вместе ЕЛФ окончали. И я даже на свадьбе у вас гулял, но вы, конечно, ничего не помните, вы были слепы от счастья. Ну да ладно. До свидания. Извините, товарищ майор. Семен, а что это за пятна у вас на ладони? Испачкались чернилами? Экзема на нервной почве. Гражданин майор, я нервничаю. Меня ведь не каждый день обвиняют в убийстве. Это не экзема, Семен. Я ваш пакет обрызгал специальным химическим реактивом. И сейчас данный реактив на ваших руках. На капсуле, на стрелках часов, на рукоятке пистолета. Ну и, конечно, на пакете, который вы спрятали, но который мы безусловно найдем. Хотя там и нет никаких денег. Сказка. А сказки нельзя брать руками, Семен. Лжете. Вы лжете? Лгу. Может быть. Но только в одном.
Давай, Миша. Входите, Владимир Иванович. Удивлены? Мы тоже. Мы знали, что вы способны на убийство, Семин. Но мы думали, что опасность угрожает только нам. А опасность — составная часть нашей профессии. А вы... Ах, Семин, Семин. Я же вам говорил. Вы всех окружающих считаете пигмеями. Что вам милиция? Что вам уголовный розыск? Что вам Гекуба? Вы ж сверхчеловек. Все преступники сверхчеловеки. А мы простые люди. Заменили в вашем пистолете боевые патроны на холостые, а вы не заметили, Семин. Владимир Иванович упал, испугался. И каждый бы испугался на его месте. Испугался и упал в обморок, а вы... Ах, Семин, сколько же в вас самомнения и близорукости. А теперь... Владимир Иванович, свидетель. Каков свидетель, Семин? Молчите. Спасибо, Владимир Иванович. Вы свободны, извините. Вы покушались на жизнь человека, Семин. И вас ждет суровое наказание. Но до этого вы будете ждать решения людей. Вы будете ждать, Семин. Ждать. Что вокруг него сжимается кольцо, боясь разоблачения, утраты похищенного, он покушается на убийство. Зачем? Во имя и ради чего этот человек совершил несколько опасных преступлений. Как показал он сам, чтобы покинуть родину и ворованные деньги заложить фундаментом своего безбедного существования в чужой стране. Любовь к родине – чувство естественное для любого нормального человека. Подсудимый лишен его. Товарищи судьи, ранее я уже говорил об общественной опасности этого человека. Дал анализ доказательств его вины, подробно остановился на квалификации совершенных им преступлений. Переходя к мере наказания, я прошу обратить внимание суда на то, что подсудимый исключительно опасен. Характеризуется отрицательно. Длительное время занимался преступной деятельностью, совершив несколько краж личного имущества граждан, причинивший значительный ущерб потерпевшим, и, наконец, покушался на убийство при отягчающих обстоятельствах. На основании изложенного прошу признать подсудимого виновным в совершенных им преступлениях и определить ему меру наказания по статье 144 части 2 Уголовного кодекса 5 лет лишения свободы, по статье 15.102 пункт А и Е Уголовного кодекса РСФСР 15 лет лишения свободы. В силу статьи 40 Уголовного кодекса окончательную меру наказания по совокупности совершенных преступлений определить 15 лет лишения свободы с направлением в исправительную колонию усиленного режима.